Congrats. Город суровых парней. Вон там, вдалеке. Это у нас суровая челябинская объездная. Суровые челябинские озера. Ой. Суровая челябинская бездорожье на объездной. Местами потряхивает. Но въезд на нее это вообще. Сейчас хоть знак повесили ямой, но никакого ни ограничения скорости нету, ничего. Я забыл снять. Я просто помню уже, если влететь на скорости, а можно зайти запросто, километров 80. С дороги, когда вот съезжаешь направо на объездную, с этого, с Троицкого тракта, или, короче, с дороги на Троицк. А там ее просто нет. Там можно поотрывать себе все. Один раз я туда влетел, давно, с тех пор помню. И тут помню, не так, как в том фильме. Тут помню, тут не помню. Стоят, Зорька, так это что там был? Это был Копейск там у нас? Указатель Копейск был налево. Копейск, 7 километров. Ну, он Копейск. А вон там дальше, сзади, там еще подальше. Там это уже Челябинск. Потеплело уже, хорошо. Пятнашка на дворе. Просто класс. Одно удовольствие ехать. Правда, ветерочек небольшой поднялся, но это ерунда. Степи. Приближаются степи. Место становится более степное. Леса закончились за Уралом. Вот там остались. Здесь вот больше такие вот. Нет, тоже леса, но я имею в виду вот уже больше лиственные такие. И степных мест много. Березовые рощи сейчас пойдут. В большинстве своем. Сейчас меня красавчик будет с флагом обгонять, только не могу понять, что там за флаг. Давай, дядька, пошел. Работай. Группа Мэп Полищук на мотоцикле. Сейчас обгонит, глянем, что там за флаг. Ну, давай ты обходи, господи, там же твой этот агрегат там. Че ты там сзади что-то прилип и не хочешь ехать? Разуй, братан, я придержу. Пошел. Фестиваль какой-то. С какого-то фестиваля ездит, я так и не понял, только с какого. На омских номерах. Пошел, красава. Я, конечно, не фанат мотоциклов. Ну как, посмотреть там туда-сюда, но ездить на нем не. Не мое. Как-то там слегка незащищенно себя чувствуешь. Это надо фанатить к этому делу. Вот посмотреть на него, полюбоваться, да, чтобы вот так вот иметь желание иметь мотоцикл. Было желание иметь мотоцикл, не абсолютно не его. И кататься, вот именно кататься на них. Тоже как-то стороной меня это обошло. Так в Сибири, когда жили, там что-то катали чуть-чуть. Ну, с дядькой там, с братом там ездили. Но нифига. То есть, не втянуло в это. Может, оно и к лучшему, слава богу. Ну, а расход уже вот потихоньку, вот уже до сих пор уже 2,63 на 0,2 уже уронили. Посмотрим, что будет дальше.
Ка, Газку. Чтобы этого газончика обогнать. Зилка, вернее. 130-го. Коллега тут обочину цепанул, что ли? А, нет, наверное, колесо меняют. Я вообще вот на эту обочину съезжать бы не рискнул. Да, колесо меняют. Давай, 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 Сань, успеешь. Я бы не рискнул ее съезжать. Лучше бы на обочине, лучше в полосе остаться. Посмотрите на нее. Ну, сейчас-то сухо, но все равно. Она такая ненадежная совершенно. А если, не дай бог, еще дождик пройдет, стоит только ее зацепить, и все, и ты уже машину не удержишь. И вот, не дай бог, ночью там чуть-чуть что-то приснул, еще что-нибудь. Стоит только переднему колесу туда уйти, в эту обочину, и все. Считай, ты в кукурузе. Ты уже машину не удержишь. Тем более, если это на скорости, а еще если это и на круизе, то все. Назад ты ее уже на асфальт не вырвешь. Мишкинский район. Это 115 километров до Кургана. Вот тут новый асфальт. Уложили, положили. Становимся, да? Снова реверс. Да, снова реверс. Уже один был, это следующий. Ганда полная. Разрыли ремонты перед Заполярным. Ну вот Курганская область вся, вот до Кургана со стороны Челябинска вся дорога вообще огонь. Раньше она так местами была подгулявшая, сейчас вся и новый асфальт лежит. Ехали, думали, как дальше ехать. Как в прошлый раз, через Ялуторовск. Или все-таки через Макушино, потому что Миша ходил через Макушино. Короче, там 40 километров. Ну, как бы плохой дороги, но... не сильно страшный. Разница получается километров 70. Тем более здесь, когда вот это не на этом кольце, а на следующем. Через 700 на этом. Метров въехать на дорогу. Нет, это на Катю. Уходить. Тем более, тут тоже по Курганской, по Тюменской так себе местами дорожка. Поэтому мы не будем ничего придумывать. Поедем потихоньку там, где будет плоховато. Проедем потихонечку, не спеша. Ну и плюс, тем более, вот то, что реже Миша ходил. Уважаемые водители, АЗС «Дизельтранс» приглашает вас заправиться качественным дизельным топливом Евро-5. Интересно, здесь работает весы? И такие ямы вокруг. Рубля. При заправке от 100 литров вас ожидает приятный бонус. Чашечка кофе и перчатки в подарок. Мы находимся на Шпицинском кольце. Приезжайте, будем рады вас видеть. АЗС «Дизельтранс». А кого это они выцепили? Российские номера? А может, у него весы пробили?
Это что, это Красноярский? Интересно. Через 300 метров едьте на дорогу с другого движения. Что-то его транспортники цепанули. Используя второй съезд Р-254. Меня здесь тоже раз пробило. Едьте на дорогу с другого движения, а затем... Через 100 метров едьте на дорогу. Но я оттуда ехал. Со стороны Омска. Используйте второй съезд. Тоже выходит, останавливает, говорит, у тебя, говорит, ось пробила. Я, ничего себе, как такое бывает-то. Ну что-то там туда-сюда и не настаивали на... А, нет, вру. Забрали документы. Давай, говорит, разворачивайся и по новой. Контрольный проезд. Давно было. Развернулся, переехал по новой. И, говорит, все нормально, езжай. Я бы не советовал вообще, кстати, меня обгонять. Вот видите, местная братва едет. Что-то люстрами мигают. И назад камера стоит. Но не только вперед, а кажется, и назад есть. Зад тоже снимает. Без люстр. А, они, может, этих ждали. Точно. Ждали, пока вторые догонят. Смотрите, вот собрались уже тут разгоняться. Поедут в воскресенье. Че уже? 2-4 часа. Можно ехать затариваться. Но это так, чисто предположение. Ё-моё, что у нас там? За небесный тихоход какой-то. На Шкодах, однако, катаются. 14.09, 14.96. Это столько машин у них? А это мистер Платон. Загорает. Ёлки-палки, вообще становимся. А, все, вопросов больше не имею или нет? Да. 89-й КАМАЗ.
89-й, это что у нас, Ямал, по-моему? Мне получается, надо его запускать перед собой, да? Ага, даже гайцы его запускают перед собой. Ладно, потерпим. Гайцы молодцы, не стали тушить. Дали зайти. Интересно, так и будут за ним ехать или все-таки обойдут, как вы думаете? Они явно никуда не спешат. Ребят, машинка пошла в сторону, скатись там, аккуратнее. Тут и не одна машинка. Сейчас пойдем обходить. Они пойдут, и мы за ними. О, на педальку нажимаем. Молодцы. Цигель, цигель. У нас уже вечер, видите, закат уже, солнышко село. Макушинское кольцо. Тут стоянок нету, чтобы с дороги съехать. На этой Роснефти не станешь, поэтому будем мы тут ужин себе греть здесь, на обочине. Туда на Казахстан, на Петухово. Ну, а туда в сторону Ишима. Сейчас поужинаем. Сам морда в жучках, паучках. Ну, и еще поедем сегодня, наверное, километров, может, с 200 каких. Куда-нибудь до Ишима сегодня доползем. Все с той стороны будем делать. Хотя зачем с той? У нас же морда открывается. Ветра нету. О, так мы здесь и баллон поставим. Что я буду с той стороны? Хотя не, баллон пускай там стоит. Так. Сегодня произошло небольшое смещение. Когда нужно было обедать, я типа ужинал. Когда было нужно было, сейчас будет нужно ужинать, сейчас будем типа обедать. Сегодня в связи с тем, что проспал, завтрак был такой, очень-очень скромный. Поэтому, когда пришло время обедать, так есть хотел, поэтому съел то, что собирался есть на ужин, то есть второе. А сейчас себе борщица домашнего разогреем. Усанем, часа три проедем, приедем и сразу спать завалимся. Ну и финальный аккорд всего этого мракобесия под названием ужин. Мытье посуды. А что делать? Любишь кататься, люби саночки возить. Без вариантов. Поэтому моем.
Видите, уже совсем почти темно. И поехали. У нас такие тучки. Там, вон, видите, все небо чистое-чистое. Там, где закат на западе. А здесь уже все в облаках. Что-то мне подсказывает, что скоро наша кормилица перестанет блестеть, гореть на солнце. Примет рабочий вид. Все, ладно, хорош ляс точить. Моем посуду и поехали. Вот он пошел, этот участок этой хреновой дороги. Как тут, ям-то в колено нет, она вот такая вот, побитая вот полосами этими. В общем, еду так за 40 километров в час. В принципе, терпимо. 40 километров. Ты свой проехал? А я? Диман Шубин говорил, что ты на 113-й скане едешь, Дима, а у тебя, блядь, поновее, нахуй. Че, 113-е? Дэм. Широкой кабиной. А, не, такая. Как тебе автобан? Да нормально, а что тут 40 километров потихонечку? Можно ехать. И похуже видели. Удобно. Ну, в общем, вот. Эти 40 километров здесь, как Димыч сказал, корешок. Можно потихоньку отпрыгать, не торопясь. И дальше все пойдет опять новая дорога. Где-то здесь должен стоять медведь. Вон, наверное. Димка мне говорил. Корешок говорит, нарядный такой. Слово интересное, нарядный. Наверное, вот он стоит. Да, это. Плохо, что темно. Его раньше не было здесь. Такой интересный, Мишка. Это частозерия, видно, это герб их, или там символ их. Или как? Смотрите, какой симпатяга. Было бы светло, обязательно постановился. Вот медведя поставили, еще дорогу сделали, было бы вообще огонь. Тут чуть-чуть похуже пошла. Готовьтесь через 800 метров въехать на дорогу с круговым движением. В общем, резюмировать, что? Ничего тут страшного нет. В среднем едешь километров 50 в час, плюс-минус. 40, 50, 60, вот так. В основном полтинник. Где чуть помедленнее, где чуть побыстрее. Ну, пару мест есть, сбрасываешь там до 30. И в одном месте вроде как там совсем буквально метров 100. Пришлось соседом сбросить. А так, ничего тут страшного, трагичного нет. 40 километров. А так вся дорога новая, вот в Тюменскую область заезжаешь, и все, и пошло навьё, навьё. Там тоже все новое. Два ремонта. Два ремонта на ходу тут на этом участке. Подожди, автовоз, да, я проеду. Не хочет ждать. Ладно. Короче, и смысла в объезде, допустим, я не увидел.
лишние 40 километров нарисовывать. Плюс там тоже от Исетского сюда вот до Кургана тоже местами не фонтан. Лишний какой-то. Сегодня там парни тоже ехали, обсуждали. 7, точно засекал, говорит, 78 километров получается. Там лишнего. Оно того не стоит. Сугубо мое мнение. Все. А мы газуем в этот. Блин, вечно забыл название. В общем, за Ишимом километров через 30, как этот колхоз. Короче, 125 верст еще осталось. И хорош на сегодня. Время уже без 29. Там туда-сюда, пол 11 будем на месте. Вот и все на сегодня. Хватит. Тошнолобово. После, короче, между Ишимом и Абатским. Время 25 минут 11. Ну, как бы так, стоянка, ну, вроде большая, там все, но что-то кафе не хвалят. По отзывам так вот я почитал. Ну, мне кафе не надо, поэтому мне без разницы. Едем завтра по светлому. Стоянка тут большая. Но я ни разу здесь не ночевал. Вы прибудете в конечный пункт через 90 метров. Изменение маршрута. Ночевать я тут ни разу не ночевал. Автокемперг 333. Ну, она тоже молодая. Ее... Не знаю, сколько она тут. Год, два, три... Но раньше ее здесь не было. Куда нас тут поставят? Так, сейчас сколько? 10:30. Поедем где-то мы так часов 8, наверное, утра. Здрасте. До дорожной. Сейчас до ангара. Вплотную с ангаром езжай. Ага. И до конца. До конца ангара проезжай, все. То есть прямо, да? Да, прямо. Прижимайся к ангару и... Чтоб зайти, я еще машину доставал. А там по прямой-то в него упереться, что ли, или как получается? Нет, в него не надо упереться, там далеко до него. А, далеко, да? То есть, короче, ангар заканчивается, и я остановлюсь, да? Чтоб он смог выйти. Ну, я понял. Что я там упрусь. Изменение маршрута. Они тут меня так не совсем красиво ставят. Хотя, с другой стороны, что некрасиво, нормально. Вот ангар заканчивается, чтобы этот... Ну, он выйдет. Прямо к мусорке. Блин, немного получается. О, так вот поровнее. Это у меня уклон получается влево. Так, выйдет. Коллега, выйдет. Все, да-да. На сегодня. Спокойной ночи.